Алло. Здравствуйте. Все хорошо. Кормлю собак, вытираю пыль. Нет. Никого не вожу, честное слово. А вы скоро будете? Через месяц. Нет-нет, все хорошо. Все отлично, мне все нравится. Всего хорошего. Лера, привет. Вы уже приехали? Ну, конечно, презентацию новой операционной. Ты чем-то расстроена? Нет, просто подумала о том, что буду встречать Новый год впервые одна. Ну, я имею в виду без сестры. Лер, я пообещал, что Новый год встречу с Тимкой. Он и быстро уснет, и я бы мог. Лер, скажи, ну что мне сделать, чтобы ты перестал бояться меня? Ну что? Дмитрий Ильич, я вас прошу, не надо. И... Слушай, ну перестань, ну что мы как дети? Ну правда. Ты мне нравишься, я ведь не делаю из этого никакой тайны. Мы с тобой взрослые, свободные люди. Неужели я тебе безразличен? Вам надо идти, Дмитрий Ильич, у вас дела. К черту дела! Я не сойду с этого места, пока ты не пообещаешь мне, ну хотя бы... Дмитрий Ильич... Напоминаю, у вас идет приемка новой операционной, вас все ждут. Ну ладно, потом договорим. Я вас попрошу больше не возвращаться к этому разговору. Слушай, я вообще что-то боюсь, что твоего Городецкого еще припрется. Ночью не припрется. Ух ты! Управление рестораном. Это что? Книги. Изучаю ресторанный бизнес. Артем учителей нанял. И ничего мне не говоришь? Подруга называется. Ну, он попросил не распространяться об этом. Администратором хочет тебя сделать. Ну, недаром же он деньги платит. Ну, ты хоть про подругу свою не забывай, когда станешь начальницей. Забудешь тебя. Ну что, я зову Кирилла? А он разве не с Артемом? Нет. Он вообще боится, что Городецкий его вышвырнет. Странно. Слушай, а может, я попрошу Кирилла, чтобы он кого-то с собой прихватил? Ты дурная. Он потом сам об этом Городецкому и расскажет. Ну, ты перестань. Если попрошу, ничего не расскажет. Нет. Один. Пусть приходит один. Да. Да, заказ уже можно отправлять. Это для Валерии Сосницкой. А от кого? Там все указано. С наступающим. Спасибо, вас тоже. Это от Натки, наверное. До свидания. Так. Здорово. Ты повзрослела. Отлично выглядит. Лер, привет. У меня все отлично. Вот смотри. Я практически добилась всего, чего хотела. Как только я буду уверена во всем на 100%, я обещаю, что ты узнаешь об этом первое. Не реви. А я не реву. Я поздравляю тебя с наступающим.
Я желаю, чтобы в эту ночь рядом с тобой был человек, который будет любить тебя всю жизнь, чтобы ты его любила. Я надеюсь, что мы с тобой скоро встретимся. Я тебя очень люблю. Пока. Ну, зачем она так со мной? Полгода пишет, что у нее все хорошо. Ни разу даже по телефону не позвонил. Засранка. Детки, голубчик, улетают из гнезда, и Наташка упорхнула. Может быть, тебе пора своей жизнью заняться? Вау, вау, вау. Да. Шикарно. Артем звонил? Не-а. А ты ему? Обычно он звонит. Так, ну что ж, девчонки, я предлагаю выпить. Да. Год был, конечно, немножко скучный, но... Скучный? Да это был лучший год в моей жизни. За Новый год. За Новый год. А вдруг папа не приедет? А вдруг приедет? Папа! Привет! С наступающим! Привет! Привет. Я не опоздал? Ну нет еще. Я после операции, мне бы хотя бы умыться, да. Руки помыть. Конечно, ванна там. Спасибо ушедшего года за то, что он подарил мне такую замечательную квартирантку, за то, что ушло мое одиночество. Спасибо вам за то, что приютили. С Новым годом! С ума сошли, ему же еще нельзя. Лера, внимание. Та-дам! Лера, у меня получилось. Он уже 2 недели так ходит. Хотел тебе сюрприз под елку положить. На ногах молодца, поздравляю. Это все она, Лера. О, с Новым годом! Слушайте! Ну и что ж мы стоим? Проходите. Мы этого героя доставили, Макс, уходим. Стопающий, отступающий. Какой ты молодец. Ну, еще не совсем. Держи полотенце. Тамара, мы с тобой все обсудили. Извини. У меня, кстати, тоже новости. Что-то сегодня сплошные сюрпризы. Мне позвонили из команды гонщиков, с которыми я работал. Позвонил главный менеджер. Я ему сказал, что скоро окончательно стану в строй, и тогда он меня пригласил с командой на соревнования. А ты что? А ты сможешь? Ну, конечно, смогу. Там супер, все, работа, деньги. Здорово. Только уехать надо будет. Надолго? До самого лета. А когда ехать нужно? Сразу после праздника. Что, так быстро? Ну, я же не на Луну лечу. Я на минутку. Лера. Здравствуйте. Хочу поздравить вас с наступающим. Вас тоже с праздником, Дмитрий Ильич. Хочу пожелать тебе... чтобы ты перестал бояться. Чтобы перестал бояться своих чувств. Перестал бояться меня. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Я тоже вам желаю набраться храбрости и простить человека, который вам близок и нуждается в вас. До свидания. Конечно, девчонки, давайте еще по одной. Нет, я больше не могу пить. Значит, не можешь. Не можешь больше. Можешь, гулять давай. Так гулять. Гулять так гулять. Ну, какая музыка. Лер. Я должен тебе кое-что сказать. Привет. Я робот с планеты Альфа Центавра. Папа, так это же... Бамбли! Ты так кто?
которую буду любить всю жизнь, которую хочу сделать счастливой. Да мне никто никогда такого не говорил и... С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Не понял. Артем Сергеевич, а мы тут с Новым годом. С новым счастьем вас, Артем Сергеевич. У вас минута на то, чтобы исчезнуть. Так, Артем Сергеевич, ну как же? Я просто бухой, ну куда же сейчас? Ты что, с дуба рухнул? Или с новогодней елки упал? У тебя минута на то, чтобы дотянуть свой портки и свалить из моего дома. Устроили тут медовый месяц. А это где? Спит. Артем Сергеевич, праздник. Они заехали, поздравили. Ну где твой спарринг-партнер? Нет, нет, Артем Сергеевич, я точно один приехал, там никого нет. Так, может, мы хотя бы до утра останемся? Скрылись уже отсюда! Подснежники. Да куда они пойдут? Ночью на Рус. Это не мои проблемы. В следующий раз будут думать, куда можно соваться, а куда нет. Прости. Я подумаю. Мне с ними? Дело твое. Я целыми днями сижу здесь одна и жду, пока ты приедешь. Осточертела это все. Стой. Я просто хотел, чтобы мы сегодня были только вдвоем. Зачем я тебе? Соскучился. Вот это тебе. С Новым годом. Спасибо. Лер! Иван Афанасьевич. Денис. У кого-то сегодня день рождения. Вот, прямо из Мексики. Оригинально, спасибо тебе. Ты почему не предупредил, что приезжаешь? Хотел сюрпризом. Надолго? В отпуск. Так что, сегодня вечером празднуем? Ну да, конечно. Я, пожалуй, побегу, а то... Я так соскучился. Я тоже тебя очень ждала. Но мне надо идти. Тогда до вечера. До вечера. Привет, Лерка. Не узнала меня? Натка? Конечно, не узнал. Ты такая другая, и машина у тебя, конечно... Сестренка, с днем рождения. С ума сойти, ну, такое... Да, и стоит, как крыло от самолета.
этого достойна. Я тебя очень люблю, Лер. Спасибо тебе. Держи. Спасибо. Я буквально на минутку. Как на минутку? А день рождения? Нет времени, Лер. Я замуж выхожу. Замуж? Сюрприз. А за кого? Классный. Любит меня до смерти. Ну, а ты тоже его любишь? Да все хорошо. Ну, а что ли, свадьба когда? А, здесь все написано. Спасибо. А у тебя тоже кто-то появился? А, да я не знаю пока, но похоже, что да. Ну, так приходи с ним на свадьбу. Я посмотрю на него и скажу, он это или не он. Хорошо. Лер. Иван Афанасьевич, она обо мне что-то говорила? Я думаю, что вам с Лерочкой пора определиться. Я, собственно, для этого здесь. Угу. А вот наша именинница. А к тебе уже гости. Надка сегодня приезжала. Да надо же, объявилась пропажа. Да, замуж выходит. Что-то не вижу радости на твоем лице. А кто жених-то? Да не знаю, я бизнесмен, наверное, какой-то. Во всяком случае, очень богатый. О, стрекоза. Добилась таки своего. Ты пойдешь со мной на свадьбу, День? У меня, знаешь, теперь какое классное платье есть? Смотри, Наталка подарила. Ну, конечно, поедем. Тем более, что я... Я хотел сказать, Лера... Я... Может, Надка вернулась? Это вы? Явно ждали не меня. Я сестру ждала. С днем рождения. Спасибо. Можно войти? Конечно, проходите. Добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий Ильич. А я вижу, у вас со здоровьем полный порядок. Пришел поздравить именинницу. Да присаживайся. Да нет, я стою. Просто хотел сказать очень важное. Тут Денис начал уже говорить что-то очень важное. Так что присаживайся. Ладно, я потом. Да нет, продолжайте, я подожду. В общем... Лер, выходи за меня замуж. Слушайте, я, наверное, не вовремя, правда? Извините. Нехило. Так что, как ты меня представишь? Как есть, как жених. Здесь стать нельзя. Сюда подъезжают гости господина Городецкого. А так мы вот... мы на свадьбу. Я сестра невесты. Вы сестра Натальи Дмитриевны? Да. Хорошо. Угу. Проходите во двор, пожалуйста. Машину я отгоню на стенд. Хорошо. А скажите... Да? Где я могу найти Наталью Дмитриевну? А к ней сейчас нельзя. Подойдет Артем Сергеевич, начнется церемония. Вот тогда и увидите. А где ваш подарок? Я на вам дома заднюю... отнесу.
на заднем сиденье. Только поаккуратнее. Пойдем куда-то в сторонку, я чувствую себя, как будто не в своей тарелке. Да, конечно. Нервничаю. Орел. Это, наверное, он? Привет. Наверное. С виду нормальный мужик. Думаешь? Посмотрим. Дамы и господа, уважаемые гости, через несколько минут начнется церемония регистрации брака. После чего вы сможете поздравить наших молодых и, собственно, приступить к трапезе. Встречаем наших молодых! Как тебе моя натка? А? Очень красиво. Ты это, побыстрее, мало ли. Да что ты, я тебя прошу. Все хорошо, мой. Объявляю вас мужем и женой. Вы можете поцеловать невесту. Друзья, спасибо, что пришли. Но перед тем, как начнутся ваши поздравления, я хочу сделать своей жене подарок. С сегодняшнего дня ты хозяйка моего ресторана. Сначала знакомься. Денис. Очень приятно, Наталья. Денис. Пойдем, пойдем. Тёма. Да? Тёма, познакомься, это моя сестра Лера и ее жених Денис. Очень приятно. Поздравляю. Спасибо. Будьте счастливы. Будем. Ладно, свадьба, свадьба и бизнес. Извините. Тёмочка, можно тебе? Ну, просто... Не обижайся. Завтра закончится этот официоз, и мы наболтаемся. Я тебе дом покажу. А сегодня переночуйте в гостинице. Тёма номер снял вам. А, спасибо. Мы лучше домой поедем. Завтра на работу. И... Да? Угу. Жалко. Переживай. Главное, что сегодня твоя свадьба. Да. Ну, мы же с тобой договоримся, и ты приедешь ко мне, на выходные. Конечно. Ладно, я еще подойду.
Какого черта ты сюда притащился? Я не знал, что Лера твоя сестра. Она немного о тебе рассказывала, только то, что ее сестра уехала в столицу. И я люблю Леру. Какой ты быстрый. Любил одну, полюбил другую. Да, быстрый. Особенно, когда после аварии та другая из инвалида тебя снова человеком делает. Ты попал в аварию когда? Когда мчался за автобусом, чтобы остановить тебя. Короче, Лера ничего знать не должна. Ничего, понял? Пока, родственничек. Нашел? Да, забрать? Нет, не, ничего забирать не надо. Просто сфотографируй и перешли мне. Ясно, да, и все положи на место, все как было. Исполняй. Хорошо. Где же ты спрятал эту флешечку, Темочка? Положил? Да. Молодец. Ты пойми, я затеваю большую игру против лучшего друга. Здесь надо быть во всеоружии. Выслал? Да. Смотрю. Ах ты ж, сукин сын. Здоровья молодым! Какого черта? Что прочь? Сам пошел, козел. Слышь ты, базар хоть. Рокки. Термины не стоят. Не стоят. Рокки, убери. Ты что думаешь, бабло, если ты король, а? Блин, где Тёма такого быдла понабирал? Ты чмо. У городецкого ты больше не работаешь. Руки. Что прочь? Давайте не будем ходить. Заберись. Хорошо? Тихо, простите, пожалуйста. Все хорошо. Угомонись. Пойдем. Простите. Наташ, мы уже поедем. Позвони, как сможешь, пожалуйста. Чао, родственник. Чего ты сказал? Тихо. Ну, не барское это дело. Мальчик немного вспотел. Сейчас пойдет, остынет. Хорошо, что не полностью. День. Что это такое было? Я тебя никогда таким раньше не видела. Я никогда таким и не был. Лер, послушай. Понимаешь? Да все я понимаю. Слушай, не обращай внимания, нам же с ними детей не крестить. Прости. Я все испортил. Дело в том, не что... Не оправдывайся. Все нормально, правда. Все в порядке. Все нормально. Давай побыстрее поженимся. Завтра же подадим заявление. А? Ты такая красивая. День. Я не хочу, чтобы так... День! Не надо так, пожалуйста. Прости.
Как ты думаешь, она его любит? Не знаю. Он что, совсем отмороженный? Наехал на моего гостя, нам нахамил. Да я его почти не знаю. Перебрал, наверное. Я не хотел бы иметь никаких отношений с твоей сестрой и твоими близкими. И если они думают, что им от меня что-то отломится, то они очень сильно ошибаются. Да и тебе будет не до них. Чтобы управлять рестораном, тебе придется еще учиться и учиться. Потом вкалывать, чтобы все это работало. И на самом деле у жены такого человека, как я, гораздо больше обязанностей, чем привилегий. Так же, впрочем, как и у меня, по сравнению с твоими родственниками. Большие деньги – это огромная ноша и ответственность. Думаю, ты это уже усвоила. Срочно поехать, что-то проверить и доделать. Так ты остаешься? Тебя отвезу и вернусь. Первая брачная ночь у тебя не первая. А вот накидала я тебя, поймал впервые. Ты что, давай, пойдем. Тём, что-то случилось? Скройся. Лера, ты скоро? Это что такое? Ну, что с тобой? Это что, из-за сестры? Наташка, она у тебя непроста, она все отладит. А зачем? Она все равно скоро станет такой же, как ее новое окружение. А, не, голубушка, кровь, она сильнее всего этого. Тебе о себе надо думать, о свадьбе с Денисом. Мне вчера показалось, что я его совсем не знаю. Его на этой свадьбе как будто подменили. Он весь был такой раздражительный, вспыльчивый, не знаю, растерянный какой-то, совсем чужой. Еще сказал, что потом с командой нужно срочно уезжать. Как будто сбежать не хочет. Это у тебя синдром невесты. А посему давай-ка на работу. Так, быстренько приводи себя в порядок. И на работу. Здорово. Угу. Сам все сделал? Да. А почему слон белый? Потому что это его мечта. Мечта — это увидеть белого слона. А где его можно увидеть? В Таиланде. Мечтает поехать в Таиланд, увидеть белого слона и почему-то именно с тобой. Что? Да нет, правда, я здесь ни при чем. Ну, честно, просто трудно объяснить ребенку, почему мы вместе не можем поехать. Раньше надо было думать об этом.
Дим! Дим, ну мы же взрослые люди. Мы можем договориться. Сына жалко. Лера, Валерия Дмитриевна, можно вас на минутку? Я к вам позже подойду. Нет, нет, Лерочка, я уже побежала. Спасибо большое еще раз. До свидания. Надо поговорить, прогуляемся. Простите, у меня очень много дел. Что вы делаете? Сотрудники, больные. Ну, может, они просто разговаривают. Катя, я прекрасно помню, как он выглядит, когда влюблен. Дмитрий Ильич, я прошу вас, не надо. Да почему ты мне выкаешь? А почему не надо? А как надо? Я каждый раз, когда сюда приезжаю, я для себя решил, что сейчас поговорю с ней. Я выясню, как она ко мне относится. Но почему-то у меня каждый раз не получается. Почему? Я замуж хожу. Если вы забыли. Ты не любишь его? Почему ты вы так решили? Потому что у женщины, которая выходит замуж за любимого человека, другие глаза. У меня ненормальные глаза. Я не должна перед вами отчитываться. Что случилось? Ты недоволен обслуживанием? Надо поговорить. Нам не о чем говорить. Ты действительно любишь этого Городецкого? Во-первых, это не твое дело. А во-вторых, не смей бросать Леру. Понял? Погоди. Охрана, покажите молодому человеку, где здесь выход. Наталья Дмитриевна. Что? Артем Сергеевич просил передать, что ждет вас дома. Это срочно, я вас отвезу. Хорошо, я сейчас вещи возьму. А кто это был? Парень, не бывший из Сосновска. Хотя сказал, что жених ее сестры. Не понимаю. А зачем приходил? Да я откуда знаю. Мы едем в гости к Потапову. Я думала, вы поссорились. Думаю, здесь я. Это все ему? Нифига себе. Одевай. Ага. Это в гости? Зачем? Чтобы он окончательно от зависти сдох. Хорошо, сейчас. Переоденься здесь. Зачем? Просто сделай, как я прошу. Не спеши. Повернись. Чего ты хочешь? Тебя, естественно. Так, может, в спальню пойдем? Нет, здесь. Как скажешь, мой господин. Мне больно. Боль, говорят, будоражит.
Одевайся. Я так наряжаюсь ради новой девки Артема. Пойми, дорогая, у нас с Темочкой сегодня очень важный день. Угу. Опять закройтесь в кабинете и будете коньяк лакать. А вместо их деревни вести светские беседы. Ну зачем, мать? Ну, малыш, пойми, Темочка сильно провинился. Едет извиняться. А она тут при чем? Подъехали. Я тут разговаривал с одним человеком, который ее натаскивал по бизнесу. Говорит, у него хватка как у мопса. Mm-hmm. Может, Темочку и подвинуть. Так ему дураку и надо. Я вообще не понимаю, как ты его столько лет терпишь. Ну, тут важно не терпение, важны деловые отношения. Пойдем. Здравствуйте. Добрый вечер. Привет. Здравствуйте, Наташенька. Какое у вас платье красивое. Спасибо, Артем подарил. Да, Артем. Как ты уговорил выйти замуж такую красавицу? Смотри, уйдут. Волков боятся в лес не ходить. А я же охотник. Нет, ты один. Ну ладно, девчонки, мы пойдем в пацанскую по делам поговорить. А вы развлекайтесь. Накосячил, признаю, но долю принес по-честному. Слушай, Тём, а может тебе пора уже с такой молодой женой куда-нибудь на юга, в теплые страны, на Капри? М? А я уж как-то сам здесь бизнесом. Не понял. Шучу. А ты не шути. Мы с тобой кровью помазаны. А потом, я, например, про торговый центр в Петровске много чего знаю. Да нам нечего знать. Спасибо, что это не в налоговой. Спасибо. Слушай, а давай я тебе эту отдам Петровский. Что взамен? Флешку. Василиса мне сказала, что ты себя как-то неправильно повел. Что она имела в виду? Зайка, не лезь не в свое дело. Целей будешь. В ресторане на новое оборудование денег нет. Поэтому Борову ты везешь целый чемодан. Мне это не нравится. А это тебе нравится? А вот это тебе нравится? Ты вообще кто такая, чтобы тебе что-то не нравилось? Да ты с ума сошел! Да пошел ты со своими тайнами.
Алло. Quand j'entends ta voix.